Чтобы женщина улыбалась, достаточно подарить цветы, позвать на свидание и сказать комплимент. Мне так нравится, когда вы улыбаетесь. Но чтобы ее глаза засияли по-настоящему... Вы боитесь оставаться со мной наедине. Нужно устроить невероятное путешествие, полное препятствий, опасностей и, конечно, любовных приключений. Мужчина, сердце которого не обожгла любовь к женщине, только наполовину мужчина. Алена Хмельницкая, Сергей Жигунов, Владимир Шевельков в приключенческой мелодраме «Сердца трех» на телеканале «Мир».